Виктор Иванович, какова востребованность сейчас инженеров в сельском хозяйстве? Насколько вообще, есть ли дефицит людей с такой специальностью? Да, в настоящее время востребованность инженерных кадров на селе очень высокая. В связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопасностью страны, в связи с так называемым продовольственным эмбарго, востребованность инженерных кадров значительно возросла, потому что невозможно производить продукцию, ее убирать, перерабатывать без использования эффективного техники, оборудования, применения новых технологий в сельском хозяйстве. То есть тогда почему возник дефицит? Только ли из-за продовольственного эмбарго? Или потому, что был какой-то демографический кризис, провал в 90-х, и сейчас вот мы наверстываем то, что было упущено? Да, конечно. Определенный демографический провал, который был в стране, в том числе некоторая непрестижность на каком-то моменте инженерных специальностей, она привела к тому, что вот эта потребность в инженерных кадрах в сельском хозяйстве была достаточно высока. В последние годы ситуация немножко нормализуется, но еще в этом направлении много есть нерешенных задач. Ну, например, это связано с поддержкой инженерных кадров на селе. Если педагога и врача при трудоустройстве на сельское хозяйственной территории ждет бонус в 1 миллион рублей, то для инженера такая поддержка государства не предусмотрена. Это у нас именная аудитория имени академика Болтинского. Здесь проходят занятия со студентами. Группа хорошая. Стараемся изучать дисциплину. То, что современное, применяется в современных тракторах, автомобилях, комбайнах. Симоненко Анатолий Николаевич, доцент кафедры трактора автомобилей и параллельно полставки зав. Лаборатории. Значит, это лаборатория двигателей внутреннего сгорания. Здесь представлены наши отечественные образцы, а также зарубежные образцы. Вот многие выполнены руками студентов, то есть вот те разрезы, например, оппозитный двигатель Subaru, ну, достаточно свежий, также двигатель Mercedes, Volvo. То есть мы здесь даем конструкцию, ну и, соответственно, теорию двигателей внутреннего сгорания. Как видите, дошел до профессора. Значит, это аудитория, в которой мы рассматриваем систему автоматики, то есть систему автоматического управления на базе электроники. Каждый коллег хвалит свои болота, я, так сказать, ввел эту дисциплину. Электронные системы мобильных машин. Вот здесь, в этом классе, мы ее изучаем.